Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Мне тут прислали целую кучу всяких штучек с Озона. Это магазин «Корейская еда» на маркетплейсе Озон при поддержке AT Korea Agrofishers and Food Trade Corporation. Это корейская государственная компания, она же организатор выставок «Кейфуд», промоутер корейских продуктов питания по всему миру. Ну и поэтому в магазине представлены продукты реально высокого качества, привезенные напрямую из Южной Кореи. Я считаю, это отличный просто повод попробовать вкус корейской кухни, пусть даже для начала в упрощенном варианте. Начинать же знакомство нужно с самых простых блюд, верно? Поэтому я буду готовить курятину во фритюре, сразу в двух вариантах. Первый – это куриная грудка, вот в таком вот кляре. Тут в составе, кроме муки, там крахмала, соли, сахара, есть еще пряности. Порошок красного перца, черного перца, молотый имбирь, короче, куча всего. Как говорится, просто давай воды. А второй вариант – куриные крылышки в панировке. Вот такой. Тут тоже ничего сложного, а чтобы вкус крылышек был ярче, я их обкалю соевым соусом. На гарнир проварю салатик и приправлю его вот этим маслом. Это масло растения перила. Ни разу его не пробовал. Очень интересно, что получится. На сайте еще всякие рамены можно купить. Вот у меня парочка есть на пробу. Вы не представляете, какую битву мне пришлось выдержать с моими двумя юными операторами. Они хотели все дело сожрать, не дожидаясь окончания съемок. Честно говоря, даже немного обидно. Я им регулярно всякие разносолы готовлю, а они постоянно норовят фастфуду накидаться. Приступим. Начну я с салата, чтобы огурцы успели немного промариноваться. Их надо нарезать брусочками среднего размера. Теперь добавлю немного соли, перемешать все, и надо переложить в дуршлаг, чтобы с них стекал сок. Ну а я пока подготовлю острую заправку. Нужен естественный чеснок, чтобы проще в ступке его растереть было, слегка нарублю. Ну а теперь растираю его в кашу с черным и красным острым перцем. Отлично! Немного соевого соуса сюда и чуть-чуть уксуса. И перемешать. Заправка почти готова. Надо еще кунжутные семечки подготовить. Сначала прогреваю масло, то самое периловое. Чтобы семена не сгорели, отправлю их в сковороду к маслу после выключения нагрева. Пора, пожалуй. Вот так. Очень хорошо. Можно собирать салат. Смотрите, сколько сока стекло с огурцов. Надо добавить чесночную заправку и хорошенько перемешать. Ну и теперь масло с кунжутными семечками. Отлично. Пусть настаивается пока. В холодильнике. Вот так. А я займусь курятиной. Грудку нарежу небольшими ломтиками, толщиной примерно 10-12 мм. Линейкой пользоваться не обязательно, все на глаз. Где тут кляр? Воды сюда и перемешать. Смотрите какой. Отлично. Остается отправить в него курятину и пусть пока полежит. Очень хорошо. Куриные крылышки купил уже нарезанные по фалангам. Не знаю, как вам, а мне очень нравятся именно вот крылья куриные, обколотые соевым соусом. Другие части курицы почему-то с ним не так хороши. Странно, правда? Теперь надо разболтать яйцо как следует, чтобы панировка хорошо ложилась. И прямо сюда крылья отправлю. И перемешать хорошенько. Все очень просто. Так, панировочка.
Супер, пусть подождут в своей очереди. Ну а теперь греем масло. Самое обычное, рафинированное. Температура 160-180 градусов. Тут важно не перегреть, но и не догревать тоже не стоит. Просто в перегретом, к тому времени, когда курица внутри приготовится, к этому времени кляр снаружи успеет сгореть, черту. А в недогретом слишком много он в себя масло впитывает. Тоже ничего хорошего. Начнем. Да, и, конечно, заранее стоит позаботиться о тарелке с бумажным полотенцем. Ну, или салфеточкой потолще, чтобы готовую курятину выкладывать. Салфетка лишнее масло впитает. А теперь очередь крылышек. Да, совсем забыл сказать. Сейчас на Озоне акция проходит. Каждому, кто оставит отзыв на продукцию магазина «Корейская еда», кэшбэк капает. 10% за отзыв без фотографий и целых 20% за отзыв с фотографией. Так что не ленитесь фотографировать. Профит. Давайте пробовать. Сначала салат. Так, огурчик сюда. Такой, знаете ли, чесночный, с ароматом перца красного. Вот черного по запаху не ощущаю, а красный перец чувствуется. Классно. Остро. Солоновато. Ярко. Кунжутно. Масло вот это такой очень непривычный привкус придает. Этот период. Я посмотрел в интернете, это какое-то масличное растение такое, которое в Азии в пищу употребляют в том числе. Интересно. Так, у меня же из этого магазина еще и соусы есть. Ну-ка, чили соус и горчица, надо с ним все попробовать. Так, крылышко пойдет с чили соусом. В нем же только соевый соус внутри, крылышко. Остроты практически нет, ну очень мало. Вкусно. Чили соус, знаете, такой одновременно и сладкий, и острый. Причем более сладкий, чем острый. А курица за счет соевого соуса, не знаю почему, но крылышки становятся тоже сладковатые. Очень прикольно. Панировка такая классная. Класс. Это, конечно, не сгваздую здесь. Очень здорово. Так, ну и с курятиной давайте разберемся. Ну-ка, вот этот кусманчик. Ой, смотрите, какой. Чудо. Слушайте, смотрите, какой сочный. Горячий. Слушайте, такой классный кляр, такой яркий, острый, такой имбирный, блин, супер. Ну-ка, с горчичкой, медовой горчичкой. Этот кусман надо доедать. Здорово. Слушайте, просто и здорово. Я, конечно, думаю, что если самостоятельно составить все эти вкусы и ароматы в соответствии с принципами на корейской кухне, будет вообще бомба. Но для первого знакомства или если вы не хотите заморачиваться, это очень даже неплохой вариант. Так вот, быстро, просто и здорово. Ой, просто класс. Соевый соус, заметили, да? Он не такой сильно концентрированный, не такой насыщенный, как какие-то вот японские, которые, по крайней мере, у нас продают. Вот, поэтому им сложно переборщить что-то. Но он классный и легкий. Мне прям нравится. Видите, еще огурчик. Здорово. Все, я заканчиваю, потому что мои операторы уже рвутся в бой, хотят все дело срезкать. Они сейчас еще рамена, да? Они сейчас еще рамен все завалят. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Ссылки на все эти продукты оставлю в описании. Всем пока!
И не забудьте оставить отзыв, желательно с фотографией, чтобы заработать баллы себе в этом магазине.